В Тверской городской думе внесли изменения по вопросу бюджета города. Изменения коснутся почти всех муниципальных программ. Так, в Твери выделят дополнительные средства на завершение строительства детского сада на улице Планерная, увеличат расходы на единовременную выплату малоимущим многодетным семьям, а также повысят зарплаты педагогам. Депутаты также утвердили новый порядок участия граждан в инициативных проектах. Обо всем этом смотрите прямо сейчас. Изменения в бюджете, которые обсуждались на очередном заседании Тверской городской думы, коснулись в основном социальной сферы, дорог и образования. Депутаты пообещали повысить зарплаты педагогам, укрепить материально-техническую базу спортивных школ, а также провести ремонт в ряде школ и детских садов. Деньги будут направлены в основном на сферу образования. Это на завершение строительства и ввод в эксплуатацию детского садика у нас на Планерной. Деньги уже выделили мы МУБЖЭК на подготовку к осенне-зимнему периоду на дороги, на обеспечение всех функций, которые связаны с осенне-зимним периодом. В городской думе также приняли решение увеличить расходы на переселение граждан из аварийного жилья и на единовременную выплату малоимущим многодетным семьям. В рамках программы по развитию культуры города выделят дополнительные средства на ремонт памятника Афанасию Никитину, а резервный бюджетный фонд пополнится на 15 миллионов рублей на ремонт казармы Рождественской мануфактуры. В начале этого года в Твери ввели новую форму участия населения в благоустройстве территорий. Эта программа называется «Инициативные проекты». Депутаты расписали механизм участия жителей в этой работе. Это говорит о том, что жители могут выступить своим проектом до принятия бюджета на следующий год. Этот проект будет рассмотрен, и эти деньги уже могут быть заложены в бюджет города на следующий срок. До 10% жителей могут участвовать в софинансировании, остальное покрывает бюджет. Поэтому для инициативных жителей дело за малым – подготовить необходимые документы и выбрать территорию для благоустройства.